глобал показатель? Это тоже не показатель, блядь. А любой киберспортсмен, блядь, не имеет звания, блядь. Сбер потом вторым ебашит. Опять начинается главный аргумент, блядь, того, что он ебошит, это 10-й левел фейса, это, блядь. У тебя есть аргументы другие, блядь, бобер? Хорошо, покажи. Или ты всем, блядь, о, у тебя 10-й левел фейс это, да я тебе хуй отсосу, блядь. Скажи мне показатель скилла в кейсе. Братан, нельзя показать скилл, блядь, это не решает, понимаешь? Ни глобал твой, блядь, не решает, ни твое звание на ИСЕ, блядь, буду ни твое звание на фейсе. Если он ебашит, значит он ебашит. Показатель это счет, блядь, все. Ов, ты мне сам себе противоречишь сейчас. Раньше ты мне говорил то, что если бы не было показателя, то глобал бы не было в кейсе. Блядь, для ранкет-системы, блядь. А сейчас ты мне рассказываешь все наоборот. Для ранкет-системы, блядь. Не, для чего сделан ранг, блядь? Для того, чтобы кидал их похожим к тебе по скиллу, блядь. Ну на 10-м левеле помойка играет. По факту. Это не аргумент. Те же глобалы абсолютно. Не знаю, нет. Я не согласен. Ну, бля, пацаны, вы там чисто, блядь, задрочили, блядь, FPL, блядь, там все дела. Да нихуя, не, я типа тебя тоже понимаю, просто, блядь. Как это не показатель. Нет, человек может не играть в ебаный фейсет, просто ебашить, блядь, зайти в КС, показатель это стабильность игры. Показатель это стабильность игры, первое. Второе, как он себя ведет в команде, и третье, как он выступает, во-первых, на ланах, это обычных местных ланах, это третье. И вообще ни левел, ни фейсет, ни хуя. У меня куча знакомых, которые 6-7 левла, но в сети, к примеру, на обычном лане, они выступают так же, как выступают как конкретно и хаесы всякие, и фежи, и сперы, и так далее люди. Понимаете? Обычные показатели. Те же самые, не знаю, взять любого.